Если что так со мной разговариваешь вообще? Я еще раз говорю, я сюда приду со своим адвокатом, если какие-то вопросы, уточнения. Я что-то тебя не понял. Ты что, вообще уважение имеешь к людям или нет? Да ты как... видишь, кто перед тобой стоит? Да как... Посмотри на мои звезды. Да какое уважение? У меня уважение к пацанам, кто жизни в Сирии теряет свои. А к тебе у меня какое уважение? Ты сидишь тут, штаны протираешь. Ты что говоришь, сынок? Я говорю то, что считаю нужным. Еще раз повторяю, второй год я служить не пойду. Да ты пойдешь, у меня и 25, и 36. Это ты, это вы так считаете. Чего? Конкретно вместе с... Посмотрим. Алексей Юрьевич, давай зайди, пожалуйста, ко мне, возьми документы. Нет, по Сирии. Давай. Мы так разговор зайдет просто, ну... Сейчас полетишь. Ну, посмотрим, меня посмотрим, полечу. Ну, посмотрим. Куда, кто куда полетит, то куда поедет. Ты что так разговариваешь вообще? Нет. Ты что, себя кем возомнил? А ты считаешь себя всевластным? Да, я так считаю. Считаешь, что... Давай, заходи. Ты считаешь себя всевластным? Да, я сейчас считаю таким. Нет. Да. Папку, которую вы просили. Давай, папку. Смотри, пришел.